И давайте возьмем этот тейнт, который у нас есть, и посмотрим. Ну, в принципе, хотелось бы сделать несколько баночек. Мне надо 8 аспектов, чтобы фиалку заполнить, и потом еще 5, кажется, на баночку. Не, вот, еще 8. 8 и 8. То есть мне надо 16. В одном сгустке много? Сколько в одном сгустке? Ничего, здесь никого нет. В одном сгустке 3. То есть у меня сейчас 27. Мне этого пока что хватает. Пока... Ай! Так. Не донесу 9. Донесу, надеюсь, 8. 7. Окей. Ой, все. Бежать. Ау, 6. Да вы издеваетесь. Вот это меня проколбасило. Мне надо еще теперь. Ой, все. Ой, все. Через всю базу попробуй донеси. Давайте чем-то покормим. Кабла нет. Давайте ее сжатой каблой покормим. Почему бы и нет? Смотрите, здесь по сути у нас 59 тысяч. Обожрется. Мы идем сканировать Шиммерлиф. Да, я так и не изучала. Ни Шиммерлиф, ни Квиксильвер. А почему? Потому что склероз. Есть. А теперь смотрим в книгу. Мы мыло изучили. Мне кажется, что это хороший путь. А давайте по этому пути и пойдем. Мыло. Давай. Ванночка. Пять баночек. У меня орда есть, у меня нету сердечка. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Это, конечно, все хорошо, но это не то. Тауматургия. Тоже нет. Артифишер. Может, вот это? Флаг Скрайбер. А давайте попробуем. В принципе, я могу себе многое позволить изучить. А что тебе не хватает? А, тебе кружочка не хватает. У меня очень много базовых этих аспектов, потому что я сожгла. Так, чтобы не соврать. 7. 7 стеков столов. Или 8. 7 или 8 стеков столов я сожгла. Это очень много. Нет. Лампу. Эксастрис. Вот Сильвервуд есть, а вот этой штуки нет. Можно здесь еще что-то поизучать. Давайте грибочки изучим. Нам надо 10 гербы. Ой, не знаю, не знаю. А чего ты в сумку их не спихнул? У меня нету сумки. Или Enter Chest. Здесь Кинг немножечко пошалил с этими, с бэгами. Долли. А вот это хорошая идея. Спасибо. Отличная. Давайте еще немножечко этого и сделаем проклятый биомчик. А насчет сундука вы правы. Вы правы. Сейчас возьму свою Долли и лучше в сундуке это нести. Медленно, но уверенно. Кинг не спамит. Кинг визуализирует. Знаете, это отличный способ. Нам надо визуализировать то, к чему мы стремимся. Мы сейчас стремимся к Тейнту. И Кинг взял и визуализировал. Быстро. Визуализировал Тейнт. У меня должны быть фиальки. Есть фиальки.
И мне нужны чеч. В каком? В каком? Здесь. Есть. А где, собственно, трубы? Я сняла трубы, потому что они у меня на что-то были нужны. Все, я вспомнила. Флешка может. Флешка может. Флешка такая, хоп, и взяла, и сняла. Значит, одну трубу сюда. Или я банкой забирала? Точно, у меня не было здесь труб. Я все банкой забирала. Угу. Так и сделаем. Зачем мне трубы? Все, отличненько. 25 у нас с этого. Одной баночки это, конечно... Спихай корову в тейнт, потом изучи ее. Одной баночки, конечно, будет мало. Ну, мы посмотрим, мы посмотрим. Значит, тейнт, 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 баночка тейнта. Смотрите, какие всякие пакости у нас тут есть. Нам нужна вот эта штуковина. Мы ее, в принципе, можем вырастить, грубо говоря, но нужна проклятая земля, это еще то удовольствие. Вот, нам нужна ботл. Нам еще магии надо, 8 штук. И что я для магии буду использовать? Я тогда Netherworld, кажется, использовала. У меня не осталось нигде магии. У меня не осталось магии совсем. Netherworld, да. Угу. Мне кажется, что точно они. Да, магия. Сколько нам надо на баночку? Нам на баночку надо 8 магии. Так что если я выварю 20, то никто меня ругать не станет. Запихай и изучи. Какие же вы садюги? Сейчас сделаем. Я сделаю баночку. Мы сделаем там место распространения гадостей. Земли туда надо принести. Земля хорошо заражается. Вот. Мы это сделаем, и тогда заразим еще коровку. Какой у нас сегодня грязный стрим. Просто, просто ужас. Так, тебя я хотела собрать, кстати. Ты для чего-то мне нужен. Я точно помню, что в Таумик Бейсис есть что-то с тобой. У нас магия идет, а должно быть... А я не гляну уже. Или это с этого Гу? А, это из Гу у меня получилось. Магия и герба. Пошли, 20 магии. У меня будет такая фиолетовая страшная коровка. Кошмар. Кошмар. Это Витиум. Прекрати. Прекрати тыкать банкой непонятной. И поставим это здесь. Это здесь. Я просто обожаю эту автоматическую алхимию. Просто я... Спасибо, спасибо всем, кто к ней приложился, потому что это прекрасно. Я еще и тейнт заработала, да? Отключаем магнит. Изучаем эту гадость. Нить. Мне кажется, мы что-то... мы открыли новое исследование. Где? Ей! Я была на правильном пути. И меня это безумно радует. Сейчас еще счастье все из меня выпрет. И продолжим. Да, да, это было правильным решением. Да. В кои-то веки. Удивительно, но это было правильно. Давайте же его изучим, да прибудет с нами, да хранит нас Аркана, ребята, потому что мы врываемся просто в безумие. Можно уже не заражать, да? Или надо? Надо все-таки заразить, так не хочется. Итак, мне надо изучить вот это. Мне понадобится 6 гербы, 6 гербы. Не хватает. Герба у нас делается из сердечка и земли, понятно. Сердечко делается из земли и воды. Ну, этого добра хоть-хоть отбавляй. Делаем много сердечек. Сердечки нам пригодятся. Мышка, извини. Теперь нам надо 6 гербов. Больше. Больше гербов. И 3 баночки с сердечком. Раз, два, три. И, конечно же, вот этого, вот этой гадости. Гадости сколько? Гадости 6. 6 гадостей надо. 6. И... Ей! Там для крафта цветочка надо еще тонну витиума. Не омрачайте мою радость! Пожалуйста, я сейчас сама открою и сама удивлюсь. Я все могу.
Я все могу. Что надо? Что надо? Мод на сканирование инвентаря? Нет. По 8 всего лишь. Всего лишь по 8. Это терпимо. Терпимо. Но нам нужны шиммерлифы. А шиммерлиф у нас делается из красного, красной цветуевинки. Из красной цветуевинки. Я могу, конечно, семечку шиммерлифа сделать через Агрикрафт, но мне нужен блок сильвервуда. А чтобы получить сильвервуд, надо сделать шиммерлиф. Чтобы сделать шиммерлиф, надо сильвервуд. Ну, вы поняли. Вы поняли всю эту магию. В общем, делаем шиммерлифы. Нам вот этих цветов понадобится, я вам скажу, как минимум 4 штуки там идет. Да? Скажи мне. Скажи мне, и я тебе скажу. Где ты? Да, как минимум 4 штуки. Мать моя женщина. 4 штуки. Значит, мне нужны 4 розочки. Пойдем заразим это. Пойдем. Тут что-то хочется позаражать. У меня еще где-то земля есть. Приплыли. Знаете, что мы сделаем? Знаете, откуда я беру землю? У меня земля с повышенным содержанием кальция. Я вот так вот делаю. Не так. Вот так. И не так. Яйца прекратите. Вы мне и так тут жизнь постоянно портите. Постоянно влетаете в инвентарь, когда не надо. И вообще. Но зато землю делаете практически на халяву. Курочки несутся, землица делается. Ну, где-то еще должна быть земля, просто надо внимательно посмотреть по инвентарям. Вот. Вот. Потому что что? Потому что флешка не умеет все в один инвентарь. Просто не умеет. У меня здесь один желтенький цветочек и здесь один желтенький цветочек. Это просто гениальное использование места. У меня вот здесь красненький цветочек, но у меня еще там возле ботани должно быть много. У меня центерперлы здесь валяются. Центерперлы. Пошли возьмем красненьких цветочков. Меди. Еще чего-то. О, прыгает. Что-то мне уже идти туда перехотелось. Я сундучок свой забыла там. Стоп, а где мои цветы? Не, ну я понимаю, что я могу из желтеньких сделать красненькие. Но я точно знаю. Вот, красненькие, спасибо. А мне еще надо. Вот, 23 штуки. Вот это я понимаю. Пошли, пошли. Чё? Чё? А ты там застрял, что ли? Что с ним так, там не так? А, он в меня будет теперь вечно пуляться этими. А я не против. Давай. Давай, давай. Пипил. Вот. Умница. Пипил. Вот эти, те, что на боку прыгают, это просто великолепно. Они такие упоротые. Ну и живи себе здесь. Что мы шли делать? Мы шли делать шиммерлифы. Ой, все. А, мы шли заражать. Заряжать. Заражать. В иллюминаторе. Осветить и бросить каку. Фи. Фи. Ты будешь распространяться? Я надеюсь, ты будешь распространяться. Я в тебя верю. Видите, они сработали. Мне надо больше песка. Очень-очень низкий шанс. Мне кажется, я сделаю цветочки быстрее, чем вот этот ваш хитропопый план. Давайте сделаем цветочки. Ой, все. Ну, хорошо. Один сделаем так, как вы говорите, а остальные так, как я. Договорились? Вот, а потом еще два доделаем. Мне кажется, по-честному. По-честному? По-честному. Так. Сложить и разложить. Сложить и переделать. Да, хитро. Хитро. Ухшиш. Ухшиш. Хитрюганы. Хитрюганы. Нам понадобится герба. Мне кажется, я только что вылила. Или еще не выливала. Пермутация и, собственно, магия. Мне нужна еще герба. Я тебя все мучаю и мучаю.
А выращивать-то его не выращиваю, на самом деле. Медь. Медь. Есть медь. Чуть-чуть. Чуть-чуть меди. Не надо столько. А сон быстро закончится? Ну, не быстро. Я не думаю, что он будет длиннее, чем первый. Вот так вам скажу. Герба? Есть герба. Этот слайм. Сла-сла-сла-сла-слаймики. Где? Где мои баночки? Главное не взять void баночки, да? Давайте возьмем гербу. 20 штучек. Мне хватит на 20 точек. Мне хватит на 20 точек, 20 штучек. Ну, абсолютно. Абсолютно. Кстати, магии у меня здесь еще 12. Мне и магии хватит. На самом-то деле. Вот. Мне осталось сделать только эту. Эссенцию неопределенности. Пермутацию, в смысле. И вот сделаем два цветочка. Флешка говорит чуть-чуть. А как же внутренний хомячок? Приходится держать его в руках. Пока ты не повелеваешь этим миром. 16. Я 16 же вкинула, да? 16 и все баночки выложила. 16. Есть. Да-да-да. Так, два цветочка. Магия. Херба слышится как Герда. Все, все поняла. Вот теперь я поняла. Отлично, мы это сделали. Мы это сделали. Что еще нам понадобится? Нам понадобится, во-первых, сапплинг Грейтвуда. Это одно. Одно. Где? Иди сюда. Иди сюда. Вот есть сапплинг Грейтвуда. Два блока алмазов. А также Салис Мундус. Чтоб ему хорошо-то было. Честно, вот Салис Мундус, это, наверное, самое мое нелюбимое. Алмазы. Два блока алмазов. Это, кстати, все мои алмазы, которые есть. Я не так богат, как бы хотелось. Вроде бы на Озоне играю меньше, а алмазов у меня уже там больше. Потому что что? Потому что ад. Смотрим на Салис Мундус. Вот это будет более. Вот можно его так сделать? Из баланснутых шардов. Но мне кажется, что его еще как-то можно сделать. И это должно быть в Таумик Бейсис. Я точно знаю, что Вова что-то с этим делал. Вот. Нет. Где он? Где он? Он должен быть. Вова упрощал получение Салис Мундуса. Но я не знаю, в какую сторону надо двигаться. Значит, будем делать по старинке. Хорошо. Для того, чтобы сделать это по старинке, нам надо кучу базовых аспектов. Кучу базовых аспектов. И я, наверное, буду их делать сразу много, потому что я хочу много. Вот. Делать, наверное, буду через земляные шарды или же нет. Или же через водные шарды делать. Давайте через... Нет, водные слишком муторно. Через земляные потом доделаю еще. Так, через земляные. Теперь мне надо всех аспектов. Начну, наверное, с воды и воздуха, потому что оно добывается из шугаркейна. Надо отсюда будет только удалять хербу. Или же ее в баночку запастись. Уйди металлом. Уйди металлом. Начнем с этого. И теперь много чатика. Так, что там еще понадобится? Что там еще понадобится? Давайте на Салис. Салис Мундус. Даже только 32 получится. Итак, это делаем. Терру и вот это, кажется, из Каблы можно. А вот это из Стоуна. Как-то постараемся по минимуму. По минимуму. Вот так вот, так вот. Вот так вот. Все. Это готово. За. Замечательно. Пошли тогда посмотрим, что в кабле есть. Кабла, что в тебе есть? То, что надо. Кабла, то, что надо. А потом еще Стоуна. Я думаю, что я Теру все-таки сохраню. Может, мы еще будем Салис Мундус делать. Кто сказал, может, мы его обязательно еще будем делать. И принесем сразу себе чего-то горючего, чтобы сделать.
Кстати, что у нас требуется на рецепт? Что у нас требуется на рецепт, чтобы, может, что-то параллельно выварить? Магия. Мама-магия. Арбора много надо. Так, тебя у меня много? Нет. Дай стек. Поскольку по единичке. Отлично. Итак, у нас есть орда. И мы сейчас сделаем игнис. Вот. Игнис. Итак, поехали. Все, замечательно. Замечательно. Я половину оставляю в сундуке, а половину мы сейчас с вами пережарим. Зажарим. Давай. И, собственно, мы приближаемся к финальному крафту, инфузии точнее. Это у нас Silver Wood Sapling. И нам понадобится больше магии. Так, мне нужно арбора, много, много арбора. У меня, кажется, где-то есть бревнышко. Здесь по 4, так что... А сколько в доске арбора? В доске один. Ну, хорошо. А здесь 4. Значит, мне всего 16 надо будет. Поехали, так быстрее будет. Не-не-не, не 16. 16 это у нас стек. А мне надо 2 стека. 2 банки арбора. Давайте посмотрим дальше. Из чего еще магию можно выварить? Так, чтобы побыстрее. Можно, кстати, с эндерперл. А давайте с эндерперл. 32 эндерперлы плюс еще всяческих вот этих непотребств навывариваем. Вот, с эндерперл, это у нас будет магия. И сам вот этих, вот этот пермутацию. У меня там вроде бы есть стек копера, но возьмем. Знаете, это плохо, это плохо. Это у нас есть. Давайте я расставлю на столике то, что нам надо. Значит, у нас саплинг. У нас 4 цветочка. Еще бы знать, как их расставить. Раз, два, три, четыре. Это, кстати, у нас опасная штуковина, так что я не знаю, нас может долбануть. Один сюда и два салиса, мундуса. Есть. Продолжим вываривать, все уже на местах. Итак, вот, есть наша баночка. Давайте проверим, все ли мы сделали. А, еще витриус нужен. О, витриус нужен. Давайте подумаем, из чего витриус будем варить. Потому что вот здесь я уже теряюсь в сомнениях. Можно, конечно, золотишко, но я не очень хочу. Можно с алмазов, я опять не очень хочу. Из чего можно этот красивый камушек получить? Ох, ёшкин кот. О, из кварца можно. А вот это хочу. Вот это я могу. Да сколько угодно. Ну что ж, все на месте. Теперь проверка. Ой, а, это еще и сервера? Тогда однозначно нет. ПВП в Майнкрафте. Да ну вас. Так. Все раз... Отставить. Отставить, и никто меня не останавливает. Мы не закончили с цветочками. Мы не закончили с цветочками. То, что мы подготовили, это все замечательно. Все с цветочками. С цветочками надо закончить. Итак, нам сюда понадобится очень много всего. Хорошо, герба у нас готова? Нет, 52 штуки, надо больше. То чувство, когда у тебя не хватило герба. Отлично. Магии еще надо. У меня незерворты заканчиваются от слова совсем. Потенция 100% пригодится. Да. Так, здесь по единичке. Мне надо больше незервортов.